По зданию бегали, потом... Вообще-то вот это я же... Вот портал, вот он мёртвый. А это нельзя. А что мы будем? Мы вот до Берлина поехали. У нас... Еще одного разбойника, наверное, надо. Блин, как ты... Давайте мы чисто... Вот надо что-то такое придумать, потому что сейчас он показывает. Как никому ничего не делаешь. 300 лет назад старый король, предок нашей принцессы, повелел королевским оружейникам изготовить волшебную шарманку. И чтобы каждый, кто слышит ее волшебную музыку, даже и подумать не смог ни о чем дурном или нечестном. Эх, что за жизнь наступила бы в нашем городе, если бы у короля оказалась такая шарманка. Увы, королевские оружейники трудились долгие годы, но так и не достигли желаемого. Они сделали ее живой и даже вдохнули в шарманку душу, чтобы она училась музыке, как дети учатся говорить. Но волшебной? Нет, не совсем. 300 тысяч голосов, звуков и песен услышит она на своем веку, и только когда прозвучит последний из них, в этот миг шарманка, наконец, превратится. Она станет такой, как повелевал старый король. Волшебный, добрый и всемогущий. Куда же потом подевалась эта шарманка? Ну, поговаривали, что украл ее королевский трубочист, внезапно бежавший из города. Может и так. Только никто у нас так и не услышал той волшебной музыки. Жалко, правда? Пас! Еще пас! Давай сюда! Не давай! Бей! Мазила! Где это мы? Ты мне ногой по носу попала. Ой, кто это там? Некогда мне, некогда. У меня молоко прокисает. Если вам в город, вам туда. Нечего скрывать. Всем нам хочется поржать. Денег зря не попрошу, даже мертвых рассмешу. Ha 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 ha!
Я не буду платить за кислое молоко. Но это неправда, ваше высочество. Леший, а леший? Во-первых, я не леший, а королевский молочник по имени Час. Во-вторых, мое молоко не кислое. Ну а в-третьих, пусть будет леший, если он так нравится. Я не против. Все равно кислое, не буду брать. Леший. И все равно нет. И завтра привезу опять. Как? Показывать язык принцессе? Ой-ой-ой, принцесса врет про молоко. Не трогай ее! Какого черта? Что мы такого сделали? Понятия не имею. Хулиганили, наверное. Вот, почтенного человека обидели. Ну, этого, как его? Продавца смеха. И долго нас тут продержат? Может и долго. Может до утра только. У нас городской палач с утра на работу выходит. Вообще-то меня зовут Ника. Наверное, пора знакомиться. А меня Саня. Значит так, меня зовут Марк. Сейчас мы начинаем все хором орать. Нас на улице кто-нибудь услышит и вытащит нас отсюда. Кто нас отсюда вытащит? Тогда мы барабаним по двери, требуем кого-нибудь из начальства и объясняем им... Что мы не верблюды. Хорошо. Тогда что ты предлагаешь? Подумать. Например, как мы вообще сюда попали? Кто такой этот продавец смеха? Почему его все так слушаются? Они не слушаются, они ржут как заведенные. А слушаются, потому что он стражникам денег дал, я сам видел. Тихо вы, стражников разбудите. Лука, последний оружейник. Я там поначалу наружу ход рыл, но промахнулся и попал вот, к вам в эту камеру. А там у себя я другой ход рою. Если приналяжем, то к утру успеем до начала рабочего дня палача. Ты смело копай. Тише. Здесь камень. Да тихо ты. А почему ты последний оружейник? Оружейников в этом городе не осталось. Меня еще маленьким далеко-далеко учиться увезли. Я только месяц назад вернулся. Ника, ты не тащи его, это тяжелый камень. А в тюрьме ты почему? Да я булыжником в глаз этому продавцу смеха запустил. Сань, это примерно как ты мне банкой. А за что? За шарманку. Это волшебная шарманка. Ну, не совсем волшебная, но скоро станет такой. Ей надо музыку слушать. Добрые голоса, добрый смех. Тогда она однажды превратится. А этот ее дурацким ржанием наполняет. Ну и что? Никто наверняка не знает, чем шарманка станет. Добрый волшебный или злой волшебный. Как-то ты смешно сказал. Я вообще про шарманку на другом языке думал. На языке дрянных оружейников. Ура! Тихо! Полезаем по одному. Только осторожно. А эти так и стоят.
ночные? Никто не знает. Какая-то странная напасть. Вчера еще люди, а нынче мертвяки. А чего это? Смеялись много, душу высмеяли. Помогите! Помогите! Бестолочь, балда! Да очнись же ты, дубина! Дайте ему кто-нибудь по носу, сама я не достану! Эй, помоги! Ну я же тебе говорю, помоги! Я? Ну что ты стоишь? Испугался? Давай! Ну! Ты чё? А кого ищем-то? Да детей каких-то. Дожили. Детей. Бежим! Эй, ребята! Стой! Стой! Стой, кому говорят! А ты куда? Мы с вами! Он умница, братец мой ненаглядный! Он у меня смышленый! Он золото! А этим уже десяток! Лучше вообще не попадаться! Они еще глупее моего брата! Стой! Помоги! Все ясно! Садись! Ты же самого обычного роста. А ты посмотри на нее. Когда она вырастет, она будет как все вы. А представляешь, какой я буду? Ха, хорошо, что у вас тут кое-где по земле стога понаставлены. Это я удачно спланировал. Чуть-чуть в сторону, и от нас мокрое место бы осталось. А вон там дом. Ой. Мокрое место, мокрое место! Я не хочу быть мокрым местом! Яся, под крышу! Это не просто дом, это мастерская. Я был маленький, когда меня увезли отсюда, но я вспоминаю. Да, вот здесь и будем ночевать. Привидения у вас здесь водятся? Привидения у нас не самое страшное. По мне, так хуже этих мертвяков я ничего в жизни не видал. И откуда они берутся? Из таких балбесов, как ты. Говорила я тебе, не пялься на этого клоуна с шарманкой. Не послушал? Ха. Хорошо, я тебе вовремя скорую помощь оказал. Да уж, спасибо. Всегда готовы помочь другу. Ничего, не раскиснешь. Не раскисну, так охрипну. Тебе же хуже станет. Наколдуй чего пожрать. Не могу. Я еще не превратилась. Сам знаешь. Это продавец смеха. Он шарманкой разговаривает. Таскаю тебя, таскаю. Сундук трухлявый. А пользы все нет.
ни денег, ни волшебства. Заткнись. Заткнись! Спалить бы тебя в печке. Да самого себя жаль. Столько лет мотаюсь, а проку нет. Сколько еще? Трое. Сколько? Трое. Трое? Я каждый день на площади собираю больше сотни человек. А не хватает всего трех? Чё ж ты молчала, а? Надоело. 300 лет все одинаковое. Хочу других. Хочу тех самых. Каких? Каких тех самых? Тех, что не смеялись тогда на площади. Они не такие. Не похожи на остальных. Послушай. Послушай, сундучок. Ну, если осталось всего 3 голоса, возьми других. Ну, какая тебе разница, а? Этих хочу. Я их слышала, я их сюда перенесла. Этих и баста. Что там? Мыши. 300 лет живу. А ни разу не слышал, чтобы мыши чихали. А говоришь, от меня проку мало. А благодаря кому ты 300 лет живешь? Ты, беглый трубочист! Заткнись! Да я тебя сейчас по винтикам разнесу. Ведро с шестеренками. Поставь на место, дурак. Ты меня даже пальцем не тронешь. Хочу эти 3 голоса. Непременно эти. А не будет 3 последних голосов. Не станешь властелином мира. Тогда я их из-под земли достану. Пошли. Башмаки надень. Ненавижу. Тогда объясни, если шарманка добрая, зачем она людей в мертвяков превращает? А кто ручку крутит? Ну и что? А то... Кто ручку крутит, тот и звук извлекает. А трое на площади. Вы поняли то, что она про вас сказала? Все. Теперь нам точно хана. Теперь этот в лепешку разобьется, а нас найдет. Знаете что? Надо идти к принцессе. Зачем? Надо идти к принцессе. Она... Она... Где молоко? Это мои друзья. Однако это не повод, чтобы забыть про молоко. Добрый день, чужестранцы. Здрасте. И много вас здесь таких? А можно мне сказать? Во-первых, у вас неприятности. По улицам мертвяки ходят. А какой-то чип шарманка людям мозги пудрит. Какие-то странные люди не умеют с принцессами разговаривать. Вас где-нибудь обучали манерам? Меня обучали, ваше высочество. Но смею заметить, у нас нет времени на манеры. Еще один. Вас что, из кустов по одному выпускают? Нет, мы уже все. Мы с сестрой последние. Здрасте. Прием делегации по вторникам в розовой зале. Погодите, погодите, постой! Она совсем не такая, она совсем другая. Она просто не поняла, в чем дело. Молоко. Молоко должно быть вовремя и не кислое. Ну что? Что приуныли, котятки? Хотите поржать? Это за вами. Не подходи! Эста, ты ли так?
Это ты летели Картаньяна? Ха! Как на лобарах! Мы с вами. Бегите! Раз, два, три. Продавца. Опасно. Но ты если бы шарманку украсть у него. Если верно, что она нас сюда притащила, то может и обратно вернет. Она живая, с ней договориться можно. А если Лука прав, то еще и добрая. Надо идти спасать друзей. Пропадем, как пить дать. Чш. Как соваться в город, когда там этот... Надо идти спасать друзей. Это кислое. Леший! А, Леший! 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 Со вчерашнего дня. Да лучше бы ты был маленький, моя великанша. Я бы тебя унесла, я бы уши тебе заткнула, я бы... Когда мы вырастем, я стану как все. Кто будет защищать меня? А я? Кого я буду защищать, если ты будешь сидеть в этой пустыне, как истукан? Помнишь? Меня оттащил соседский кот, а ты поймал его.
А помнишь, я выбронила мальчишек, и они перестали тебя дразнить. Помнишь? Два. Ну, не дергайся же. В глазах у меня рябит. Раз, два. Трое. По белу свету в поисках дураков, которые смеются над поднятым пальцем. 300 лет изображать шута горохового ради все. Ничего. Сейчас будем веселиться, котята. Страшно. Держись. Это не смешно. Ничего. Час не смешно, два не смешно, сутки. Я не тороплюсь. Потом будет смешно. Я из вас, котята, душу по капле высосу. Последние 3 голоса. Мадам, последние? Сам знаешь. Ну вот и хорошо. Начнем, кролики. Тут похоже на щекотку. Не смешно, но хочется смеяться. Так долго мы не протянем. Ну не смешно же. Это вопрос считанных секунд. Мышки мои. Уже считаю секунды. Прекратить! Прекратить! Я требую немедленно прекратить! Вы слышите? Убирайтесь к чертям. Ваше мармеладное высочество. Ступайте. Попейте молочка. Промазала. К тому же бесполезно. Я бессмертен. Зря ты. Уходи. Зря пропадешь. Зачем? Не смешно. Не смешно. Не смешно. Не смешно.
Олеший! Каждого можно вылечить. Главное, чтобы кому-то это было очень-очень нужно. Шарманка! Ура! Нашелся! Вот ты где! Ваш велосипед. Леший! Леший! Я согласна взять даже вчерашнее молоко. Хоть оно и кислое. Мы будем лечить их обоих. И Луку, и Шарманку. На, давай, давай. Ну, людей лечить это еще куда не шло. Но как ты собрался лечить Шарманку? То-то и оно. Они же нужны друг другу. Лука Шарманке. И наоборот. Я же прав? Прав, прав. Мне бы только оживить ее. Только поговорить. Тогда многое бы понятней стало. Что ты делаешь-то? Да не пролезу я в эту проклятую трубу. Ну не надо, ну будь человеком, а? Я бы тебя, конечно, давно отпустил. Но ты пропадешь. Без шарманки, без волшебства, без профессии. Расширел за 300 лет. Обленился. Какой из себя трубочист? Тебе худеть надо, братец. Туда? Ну, сейчас попробую. Она заговорила! Лука починил шарманку, и она заговорила! И что говорит? Вообще-то они на каком-то своем языке разговаривают. Но Лука сказал, что шарманка обещала их домой возвратить. Как тут хорошо теперь. Никаких мертвяков не осталось. Так горожане своих всех по домам разобрали. Ну как там твой подопечный? Лентяй, пока привязываю, чтоб не сбежал. Смена пассажиров. Садитесь, друзья. Я вас хоть на край света домчу. Зачем? Это ведь не надо. Она я отсюда сможет. Я все думаю, что бы случилось, если бы шарманка нас сюда не перекинула? Этот самый продавец, он набил ее до отказа дурацким смехом. Ну, почти до отказа. Ей всего лишь 3 голоса оставалось до превращения. И что тогда? Тогда все. Он бы получил абсолютно волшебную шарманку. К тому же набитой всякой дрянью. Этим хохотом бессмысленно. А мы-то? Мы-то тут при чем? Получается, вы ее спасли. Хе, ничего себе спасли. Раздавили всю. Зато она снова пустая, как 300 лет назад. Ее теперь по-новому наполнять надо. Погоди, погоди. Она колдовать-то хоть сможет? Посмотрим. Как у тебя с музыкальным слухом?
А у тебя? Mm-mm. Мальчики, надо обязательно успеть запомнить эту мелодию. Успеть запомнить эту мелодию. Не поверю я, не может быть такой страны, где мы с тобой никому не нужны. Знаю, что она далекая страна, ждет нас в одеяле сна. В глубоком небе, где звезды тают под утро, как дым, сложу ответы к вопросам моим. В глубоком море, где звезды зря пропадают на дне, найду вопросы.